Как сбежал? Давай попробуем. Изу. С этим я справлюсь играючи. У них вырится. Не проблема. Красава. Это не знаешь насчет этого. Еще ДВМ говорят, теперь вышел такой прикол, что минут за 5, ну или меньше, короче, набираешь левел в 5 сразу. То есть вот в начале. Мне по противнику. Они шли так же, но они на левел 3-4 были выше. Хотя у них таланты, но не все прям открыты, там, например, первым. С этим я справлюсь играючи. Следи за руками. Давайте проверим. Ты две кучи соберешь? Не, ну. Лизнешь гипноз и, короче, растамажил. Постараемся. Вот сколько раз удивляюсь, наги, вот сколько мне встречается, некоторые так делают, а вот некоторые нет. Ничего, раздамажили. Ну да. Он собирает две кучи спокойно, гипноз юзает и масс шпарит. Это на масле. Тогда бы еще быстрее был. А как в комнате сидит, это насчет клана или чё? Если чё, в РК там пиши, потому что мы уже в бою. Я так понимаю, слышно. Чё мне этих можно? Так вот давно упало живучее проворство. Рада всего сейчас дает 6. Ну, после этого боя я ее прокачаю до 5. У меня краска и стал есть прайма. Ну ничего. Давай. Не помню, как ты водишь. Давай, командуй. Давно с тобой не ходил. Я не знаю, ты водишь, не я. Меня просто за все эти дни уже по-разному поводили. Вот это убиваем, там еще вниз одного убить, потом только ТПшница. Некоторые вообще сразу, после флага. А, привет всем. Здорово. Чё хотел? Походу ушел. С этим я справлюсь играючи.
Ухать и пусть на меня сагрится. Только я не знаю, затащим мы или нет. Да у тебя хп-то. Веди. Давай по старинке. Лучше не будем рисковать. А так вот прикольно, я смотрел, сколько раз отходил. Быстро, однако. Ох, амор. Ну все, они уже просели. Давай попробуем. Я тут до этого два раза спас нагу. Вот здесь спас, около мобов. Хорошо, не все сагрились на меня. Он успел уже. Вот тут тоже как раз до этого бой был. Нага берет и лезет, короче, туда. Я успеваю только отпрыгивать. И, короче, камень его станет. Ударяй по камню, он меня и все. Нормально стащили. А так бы он меня снес. Просто вовремя так отпрыгивает. Стань быстрее. Не бегут. Блин, невидимость. Какая. Под руку мне лучше не попадать. И тут тоже, кстати, нага умерла. Ну ладно, тебе вообще умирать не зачем. Недавно еще вот такой скандал у меня был. Короче, Нага с Громом пошла вниз. И остался Крио со мной. И, в общем-то, они уже впервые нас прошли, и мы вот только около этого флага были. Около второго. И они, короче, орут, давайте быстрее, давайте быстрее. И получилось так, что команда противников уже била около дракона этих мобов, двоих-то. Они, короче, стоят тут нас. Ну, чтобы нам помочь, вообще они не приходили. Потом такой, когда драка, они запинали, качнулись. Говорят, вы такие ложки, нифига играть не умеете. Я так возмущался, говорю, пошлите в РК, они вообще ни в какую. Ни в РК никуда, ни скайп, вообще ни о чем. Могли бы по бырикому, так бы хотя бы затащили. Не проблема. Вот они стояли около флагу, ждали нас, когда мы пройдем. Уже там. Да не все, не сдаюсь. Под руку мне лучше не сейчас. Давай попробуем. Блин, как всегда, как в прошлый раз такая же фигня была. А я принес два. Бит, два раза. Давай попробуем. Под руку мне лучше не попадать. В этот раз пойдешь. В этот раз пойдешь. Мне топорик. Топорик нужен.
Фиол, топорик нужен. Может быть. Давай вниз, прыгай. Я не пойду, наверное. Почти. Эти горем у них 14, 11, 16, 15, у нас уже 20. Уже там, красота. Один мой есть. Это тоже будет мой. С этим я справлюсь, играючи. Не все, не все поварство. Драк тоже мой. Торжество зверя. Да. Монстр поверх. Что? То есть убьет яйца. Я уверен, что сейчас я вообще мало фокс набью. Следи за рукой. Мейд забрал мой фра. Еще один мейд. Череда побед. Победа. Чё-то он сам затащил магу. О, тренировка тела. О. Одну фиолку и одну синьку. Сердце дракона.